Здравствуй, мой дорогой зритель, тебя приветствует сантехник, и сегодня разговор пойдет про Panzerkampfwagen 2 Lux, или луч в простонародье. Луч он и есть луч, переводится как рысь. Расскажу небольшую историю. Я катал на разной технике, и как-то не пошло у меня. Ну, не получается ничего. Вот бывает такое, я думаю, что у каждого бывает, что настрелял мало, там убили, там шотнула арта. И, в общем-то, какие-то поражения нелепые по собственной глупости. Я махнул рукой и решил, что надо на чем-то расслабиться. И вы знаете, пока я эту машину до конца не прокачал, я в тот день от нее так и не отказался. В целом хочу вам сказать, машина безумно фановая, безумно интересная. Во-первых, она быстрая, очень маневренная. И самое главное, у нее есть классный пулемет. Под словом классный я понимаю то, что он имеет хорошее бронепробитие. 95 мм бронебойным снарядом. Это четвертый уровень. 95 мм, это все-таки серьезная циферка. И в барабане у нас 10 снарядов. То есть при альфе в 30 мы можем 10 снарядов, если мы уложим все в цель, что не бывает такого, наверное, то мы получим 300 урона по противнику. Ну, собственно, как-то так. Барабан перезаряжается очень долго, больше 18 секунд, поэтому как бы есть там кое-какие неприятности. Но в целом все равно машина остается фановой. Кстати, есть неплохая голда, 110 пробоя, и многие говорят, что разницы никакой нет. Есть разница и очень большая. Когда к вам стоит бортом, скажем, КВ-1 какой-нибудь, ну не совсем под прямым углом, а чуть-чуть подвернутый, то 95 пробоя вам просто тупо не хватает. А вот 110 хватает в самый раз. То есть, если вы видите такую тяжелую цель, жесткую, то тогда стоит зарядить барабанчик голды. Если нет, то и нет, то и не нужно, все остальные мишени хорошо поражаются. Если вы попали к семеркам, кстати, да, уровень боев у нас 4-7, то там вам и голда не поможет, и бронебойные тоже не особенно спасут. Там надо будет выискивать более мягкие цели или вообще не стрелять, заниматься светом и антисветом, может быть, охраной артиллерии. Примерно как-то так. Кроме всего прочего, есть еще одна пушка, но я ее, к сожалению, не пробовал. Вот не знаю, попробовать мне или нет. Дело в том, что ББшка здесь 67 мм пробивает всего-навсего. Стало быть, само по себе просится, что нужно использовать голду 130 мм пробоя. Пушка будет явно более эффективна, потому что 70 альфа и, кроме того, разброс у нас 0,4, а не 0,5, как здесь. Соответственно, как бы эффективность ее будет явно выше. Ну, надо будет просто затестить, поиграть на этой пушке. Но я думаю, что такого фана, как с пулеметом, вы все равно не получите. Кроме всего прочего, если забыть про то, что эта машина очень быстрая и очень интересная, у нее, как ни странно, есть броня. Дело в том, что у нас в башне 50 мм. Сейчас вы покривитесь и скажете, какие 50 мм? Ты че, чувак? Еще раз повторю. Уровень боев 4-7. К семеркам мы попадаем далеко не всегда. Шестерки, конечно, смеются над 50 мм. Пятерки тоже в основном пробивают. Но есть же четвертые уровни, которые не пробивают этот танк практически никуда. А если вы встретили против себя какого-нибудь пулеметчика типа ПЗ-1С, вы можете над ним просто поприкалываться, потому что он вообще ничего сделать не может. В нижнем бронелисте 30 мм, в башне 50. Если вы стали от какого-то укрытия, показываете только башню, то пулеметчики просто бессильны, даже на голдовых своих там снарядиках. Поэтому можно здорово прикольнуться. Ладно, это все от лукавого. Поехали в бои. Знаете что, боев у меня целая гора на этой машине, интересных и классных. Но начнем, пожалуй, с песочницы, то есть с топа, когда мы попали в топ в четвертый уровень. Это редкое явление, я попадал в топ всего лишь, по-моему, 3 раза из 20 боев. Но, в общем, какое-то такое, не очень сложилось впечатление, потому что в топе как-то эта машина уж больно сильно имбует. Ну, реально сильно. Вот, собственно говоря, у нас здесь что? Присутствует Матильда и АМХ-40 в бою, я подумал, что они затащат. Ну, началось какое-то не поймешь чего, в общем, Матильду почему-то убили свои. Ну, в общем, вы поняли, чем все закончится в итоге. Соответственно, я тут стою, постреливаю из бойницы, и потом понимаю, что надо как-то активно участвовать, воздействовать на все это мероприятие, потому что Матильды уже больше нет, а это плохо. С одной стороны, конечно, плохо педобирить, потому что тут издеваешься над маленькими новичками, всякими такими, ну, с одной стороны. А с другой стороны, если они не будут играть сильными игроками, то они никогда играть-то и не научатся. Занимаю одну позицию, то есть занимаю фланг, и пока тут занимал этот фланг, понимаю, что АМХ-40 уже там
начинает потихонечку заканчиваться. Еще одна ПТшечка есть. И вот обратите внимание, в меня стреляет ПЗ-1С. Ну, постучало мне по броне, хорошо, я еще пытаюсь еще раз вылезть, патрулить его. Нахожу здесь другого товарища, который меня уже в борт все-таки пробивает. Ну, вот борт ему подставлять нельзя. Перезаряжаюсь и неспешно выезжаю под пулеметчика, который пытается мне хоть что-нибудь сделать. Нет, у него ничего не получится. Кстати, вот, обратите внимание, этот товарищ тоже дважды меня не пробивает. Вот, за что отправляется в ангар. Тем временем МХ-40, к сожалению, закончился, и по нашу душу уже выехали. Последнюю ПТ-шку убили, и, к сожалению, они тут поехали все втроем, поэтому мне тут, блин, не удалось немножечко затащить, буквально вот... чуточку совсем. Я подставил еще борт под товарища, который справа у меня стоит. Пулеметчик мне так ничего толком не сделал, а вот кое-кто тут мне все-таки в борт вкинул, и наша песенка оказалась спета. Ну ладно, ничего страшного не случилось, тем более что все-таки основной калибр мне дали. Неплохой урон мы все-таки набили, несмотря на то, что это песочница, и мы в самом дне, ну в самом дне, в самом верху списка, наоборот. Ну ладно, переходим дальше. Здесь уже поинтереснее. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что у меня было пару интересных боев и с семерками, в принципе. Но, учитывая то, что у нас бронепробитие как бы для семерок не особенно хорошо, там приходилось светить, бегать под носом у врага, и это как бы не особенно интересно, когда ты не наносишь особенно урона, а только показываешь противников. То есть, незрелищный бой в целом получается. Вот, оказывается, и у Хеллкэта где-то есть броня, раз я его не пробил. Но, ладно, шутка. Короче говоря... Что делаем мы на этой карте? Здесь такая цель у нас уже серьезная для нас попалась, потому что пробить Черчилля уже как бы проблемы все-таки скорее есть, чем нету. Но вот он тут решил спрыгнуть, и почему бы не насунуть ему барабан прямо в крышу? Правильно же? Правильно, отлично удается что-то сделать. Я тут какое-то время постоял, контролил центр, чтобы никто не поехал, потом понимаю, что Черчилль выезжает сюда, по мою душу. Я его подсвечиваю, союзники даже по нему стреляют. Ну, ладно, надо уметаться отсюда, потому что с Черчиллем в лоб перестреливаться не вариант. Тем более, что у нас есть хорошая подвижность, уже неплохой прокачанный обзор, и поэтому можно что-нибудь сделать. Пытаюсь найти Черчилля, но он как бы в сейве от меня. Ну, ладно. Так, жду пока... Протанкует Firefly от этого товарища, раздаю ему барабан в лоб, он загорается и улетает в ангар. Отлично. Тем более, что я стреляю бронебойными здесь везде, мне как бы приятно от этого, то что в минус все-таки не уходишь. Но не везде здесь получится пострелять бронебойными, забегу вперед. Так, Т-67 надо добивать, в первую очередь, конечно, надо было и того, и другого убивать, с одной стороны, но с другой стороны, Т-67 опаснее, чем все-таки ФВшка. ФВшка решила меня запт-шить, это была ее ошибка, потому что у нее поворачиваемость недостаточная, а у меня с этим проблем нет. Могу ее каруселить как угодно, тем более она мне подставляет корму, минус ФВшка, отлично, просто в одну каску. Забрали артиллерию. Это очень хорошо. Теперь дело за малым. Добить противников. Надо спускаться вниз, подъезжать куда-нибудь, переезжать, кого-нибудь высвечивать, засвечивать. Ну, что-нибудь, короче, сделать. Что-нибудь сделать, чтобы противники как бы... как бы отправились в ангар. Наши стоят на захвате, поэтому я понимаю, что просить слезть с захвата — это не самое умное решение. Здесь уже пошла в ход голда. Потому что, ну, блин, ну, ББшками как бы в каток КВ-1... Ну, может быть, один снаряд из 10 залетит, но не больше того. В общем-то, заряжаю следующий барабан. Там КВ-1 куда-то отвлекается, и я пытаюсь ему отдать барабан прямо в борт и даже что-то там пробиваю. Но, к сожалению, у нас тут уже взяли базу, ну и фиг с ним. На самом деле, уже следующий барабан дать не удалось. Тем не менее, это знак классности мастера и неплохой урон, неплохой засвет, я бы сказал. Для такой маленькой ЛТшечки, знаете. Ну, ладно, поехали дальше. Еще один бой интересненький будет у меня такой. Это карта Редшер, которую так многие не любят. Я даже не знаю, что мне тут делать, потому что первоначальный засвет я вроде бы как дал. Вот, противников показал. Наши союзники почему-то на это не отреагировали. Ну да и ладно, будем пытаться что-нибудь сделать. Вот почему-то Т-50 пропал из-за света, и я сразу же от него получаю. Вот блин, мелкий гаденыш-то, а? Ну ладно, жду следующего раза, когда он вылезет, и уже тут уже с ним разбираюсь. Счет вроде сначала положительный,
все вроде неплохо, а дальше уже начинаются какие-то там, потом начнутся какие-то проблемы. Поэтому я понимаю, что здесь куча всяких ПТ-шек стоит. Опять-таки в лоб Черчиллю барабан, там буквально одно пробитие. Это все мелочи, ерунда. Три артиллерии, но я как-то боюсь немножко за ними ехать, потому что у нас на том фланге никто еще толком не светился. Светилась, конечно, арта, можно было попробовать сагрессировать, но мне бы явно Т-67 в спину накидали. Сейчас самое главное Т-67 убрать, потому что они здесь очень сильно мешают. С другой стороны, еще где-то там КВ-2 лазит, поэтому на него тоже, конечно, лучше не высовываться, потому что я его с одного, даже с двух барабанов не заберу, надо будет 3, а то и 4. Ну и, соответственно, лучше пострелять по Т-67. Получилось так, что я вроде голду заряжал под одного противника, а выезжает, как обычно, картонный. Ну, обидно немножко, ну что поделать. Вот. А потому, по которому стоило бы пострелять голдой, я уже стреляю бронебойным. Ну, косяк, короче. У меня как обычно. А еще есть такая хорошая болезнь, называется склероз, когда ничего не болит, и каждый день новости. Вот так примерно и у сантехника. Включил себе голду и забыл ее выключить, как обычно, и поехал вперед себе на голде. Потом, когда видишь какую-нибудь жесткую цель, пытаешься нажать цифру 2, чтобы голду включить. Ёлки-палки, она-то у тебя, оказывается, уже включена давно. Вот здесь немножечко неаккуратно, конечно, раздаю барабан. Ну, хотя все равно я с барабана бы не забрал бы 67-го. Пытаюсь его каруселить. Ну, вот как-то немножечко неудачно. Я, конечно, знаю, что у него недостаточная поворачиваемость башни, все такое. Но вот как-то вот... Все-таки он мне дает несколько выстрелов, и я остаюсь шотом. Ну, 67-х забрали, все. Теперь осталось дело техники, дело осталось за малым. Подсветить главных противников, чтобы по ним поработала артиллерия. Или, может быть, даже самому по ним поработать. Так, опять-таки, заряжаю голду против КВ-2, а стрелять приходится по Олекта. Блин, ну косяк. Ну, зато засветил КВ-2. Ну и то ладно. Ухожу здесь от артиллерии, от возможной тут раз, два разрыва, три разрыва. Отлично, арта стреляет по светляку. Прекрасно. Ничего лучше придумать даже невозможно. А вот, кстати, и арта. Опять приходится стрелять голдой по арте. Это просто какой-то капец. Хотя заряжал вот на этого товарища. Но пока я тут чесался, его, конечно же, забрали. Ну, ладно. Осталось три арты, надо их тут добирать. Потихонечку вот такой приемчик. Немножечко стреляю, несколько выстрелов, буквально там пару, там 2-4 пульки отправляю в цель и на перезарядку. Ну, не на перезарядку, а свожусь дополнительно, чтобы круг сведения всегда был как можно меньше, чтобы уничтожить врага. Так, вижу здесь бишепа. Бишепа торчит только краешек, я в пиксель не попаду, поэтому захватываю его на автоприцел и пытаюсь его штурмовать. Правда, у меня только 8 снарядов в барабане. Ну, ладно, ничего страшного. Думаю, заберу его. Подъехал, он стоит спиной. Отлично, все пульки в цель уложил. Минус бишоп. Отличный урон. Для лукса это 1000 урона. Ого-го, вы че, это ж танк 4 уровня. Это огромный урон для него. Вообще-то так, если разобраться. А вот вижу еще одну артиллерию. Думаю, что я ее сейчас раздамажу немножечко. А потом заряжу следующий барабанчик, нападу на нее и отправлю ее в ангард. Ну, не тут-то было. Паскучи мне не дала союзная артиллерия. Ну и ладно, я не в обиде. Своего воина зато я забрал. И это не может не радовать. Ну что ж, поехали дальше. Ну и последний, пожалуй, бой на сегодня у нас будет, конечно же, шестерками. Конечно же. Ну, не в топе же бой показывать, в конце концов. Так, что у нас здесь? Здесь я проскочил буквально вперед на штурме на Эрленберге. Не нашел никого, нашел только вот этого штуга, больше никто не светился. Я понимаю, что противники сделали грамотно. Они бросили этот фланг, а стало быть, надо срочно добираться до артиллерии. До одной добрался, вторую, к сожалению, не вижу. И понимаю, что надо ехать вперед. Надо ехать вперед, заходить в тыл к противнику, потому что они сейчас продавят, станут на захват, и вполне возможно, я этот захват со спины как раз-таки позбиваю. То есть того места, где противник не ожидает. Ищу здесь в кустах, думаю, может кто-нибудь стоит, за мной едет Т-67, думаю, отлично, у меня есть прикрытие, это очень здорово. Значит, я вперед ему покажу цели, он постреляет, и мы вдвоем тут разберемся. Но внезапно я замечаю, что на Т-67 напали, прям где-то посередине. Наказываем противника, но, к сожалению, не добиваем его. Надо перезаряжать барабанчик, отправлять его в ангар, потому что счет не очень радужный. 8-10, ну ладно, 9-10, бог с ним. Так, где он у нас тут? Вот он у нас тут.
захватываем его на автоприцел и отправляем его в ангар. Счет равный. На захват стали ребята, поэтому мне нужно как раз исполнить свой план, заехать со спины. И если не пострелять, ну тут внезапно на меня выезжает очень интересный противник, который собирается мною отобедать. Разумеется, у него скорость вращения башни не такая высокая, как скорость моего перемещения, но он чинится в какой-то момент и разворачивается в другую сторону. Блин, подставил сам себя. Короче, обманул сам себя. Но, тем не менее, мне удается разобраться с этим наглецом. И, в общем-то, дело сделано. Остается два противника. Один из них артиллерия. Я перезаряжаю барабан и делаю небольшую ошибочку. Потому что знаю, что арта стоит где-то здесь. Беру на автоприцел. Ну, блин, подскакиваю на кочке. У ВНов не хватает, и снаряды улетают выше цели. Блин, ну вот же невезуха-то. Ушел от меня мой воин. Потому что союзники, разумеется, не дремали. А взяли и добили артиллериста. Ну и ладно, ну и бог с ним. Ничего страшного, я свою миссию выполнил, я посветил, я пострелял, я задефил. В общем, все сделал верно. И подарок судьбы к концу боя. Ну просто, просто подарок. Почему бы не полакомиться АФКшным? Ну, почему АФКшным? Он, может, и не АФК вовсе, но лежит на спине. Ну и, тем не менее, это еще один мастер. Буквально там за каких-то 20 боев собрал больше 5 мастеров, что не может не радовать. Ребят, в целом могу только порекомендовать эту машину. Если светляки это ваши, то Лукс вам обязательно понравится, потому что настолько быстрый, настолько веселый, настолько классный, он просто добавляет вам настроение. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а пока. Пока.